Привет, друзья! Сегодня мы разберем крутой ритм под названием поток. Этот ритм условно содержит 5 троек нот. И у него такая аппликатура. Левая, правая, правая, левая, правая, правая, левая, правая, правая, левая, правая, правая, левая, правая, правая. Этот ритм можно играть на любых лепестках, но для примера возьмем такие лепестки. Первая фраза содержит 3 лепестка. Пятый лепесток, второй, четвертый. Вторая фраза содержит тоже 3 лепестка. Шестой, второй, четвертый. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Когда вы освоились в медленном темпе, можете постепенно ускорять темп. Когда вы освоили и быстрый темп, вы можете менять лепестки, но сохраняя аппликатуру, то есть левая, правая, правая. К примеру. Очень классный ритм, который здорово разнообразит вашу игру. Поэтому экспериментируйте, наслаждайтесь, творите.